Вообще, что такое медиаграмотность? Я думаю, что медиаграмотность – это не просто урок, не просто тема. Это жизненная необходимость. Сегодня молодежь смотрит очень много передач. Причем передачи различные, на различные темы смотрит. Поэтому молодежь должна еще иметь навыки работы с этой информацией. Как работать с этой информацией, для чего его использовать. И задавать вопросы. Кто дал это сообщение? Нужно ли это сообщение? И есть ли в этом сообщении какой-то скрытый смысл? Возможно, там призывать к чему-то плохому. Тоже задавать этот вопрос. Кому это выгодно? Для чего это надо? И нужно ли это мне? И в связи с этим я считаю, что медиаграмотность преподавания в школе очень даже необходима. Во-первых, дети научатся жить в пространстве такого непрерывном потоке информационных информации, которую получает день. Ведь ученики сидят в разных соцсетях, в разных каналах смотрят, разные медиа читают. И не всегда родители могут за ними проследить. И я считаю, что именно преподавание медиаграмотности в школах, она как бы должна являться частью школьной учебной программы. Начиная не только в старших классах, но и начиная с младших классов. Ведь ученик, который приходит в школу, должен научиться использовать эту информацию с пользой, анализировать, задавать вопросы, самому какой-то текст писать и использовать с пользой для образования. И хочу сегодня воспользоваться тем, хочу поблагодарить, так скажем, координатора проектов по Центральной Азии Лиди Эрнет, которая нас пригласила по обмену опытом в Германию. Мы посмотрели, как работают немецкие наши коллеги по продвижению медиаграмотности среди молодежи. И также мне хочется поблагодарить, так скажем, фонд, общественный фонд Центра поддержки СМИ за их инициативу, за их активность, за их креативность, за их открытость и, конечно, за оптимизм по продвижению медиаграмотности в школах нашей страны.